В Подмосковье усилили надзор за безопасностью детей в летних лагерях. С начала сезона спасатели провели уже более 300 тренировок и инструктажей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Большая профилактическая работа проводится сотрудниками МЧС. В преддверии лета все объекты спасатели проверили на предмет пожарной безопасности. В частности, это наличие и исправность огнетушителей, состояние пожарных водоемов, аварийных выходов. В течение июня такие мероприятия охватят все подобные учреждения. Инструктажи проведут для каждой смены детских лагерей. В них принимают участие как дети, так и педагоги. Кроме того, особое внимание спасатели уделили лагерям, территории которых граничат с лесом. Таких в Московской области 24. Для их дополнительного прикрытия на случай возникновения природных пожаров созданы временные посты пожарно-спасательных подразделений. Всего на территории региона действуют почти 1200 летних лагерей. Из них 87 – оздоровительные с круглосуточным пребыванием детей. Остальные – это объекты с дневным пребыванием, организованные на базе школ. Анна Троян, телеканал ЛРТ.